Выбрать товар, оплатить, получить чек. Ваша покупочка и ваш чек обязательно сохраняйте. Стандартная процедура. Здесь продают женскую, мужскую и детскую одежду, а еще обувь и сумки. Иногда товар приходится менять, например, когда есть дефект от производителя. Без проблем вообще. Мы осматриваем товар. Если действительно это от производителя было, то мы меняем товар, либо возвращаем деньги. Не так шов, все, нужно будет поменять. Где-то там порвано, распорото, вот такие только если. Но это сразу, лучше смотреть сразу на месте, чтобы потом не возникало никаких вопросов. Размер не подошел, тоже возврат. На все срок в 2 недели. Это по закону о защите прав потребителя. Он в Приднестровье действует с 1995 года. Данный закон он наделяет потребителя большим количеством прав. Да, и право на получение товаров надлежащего качества, и получение необходимой информации о данном товаре, ну, на возможность обмена товара ненадлежащего качества, либо возможность обмена товара на другой, который необходим потребителю. Наличие чека – обязательное условие при обмене, говорят юристы. Еще есть нюансы. Вещь не носим, защитные пломбы и ярлыки не снимаем. Без них изделия не примут. Некоторые товары не меняют даже при соблюдении всех условий. В действующем законодательстве предусмотрены определенные категории товаров, которые не подлежат обмену. Здесь можно отнести товары, ну, косметические товары, товары бытовой химии, мебель, товары медицинского назначения, изделия из драгметаллов, сложные бытовые приборы, набивные игрушки, периодические издания. Условия соблюдены, а продавец в отказ. Что делать? Писать претензию. Сначала в магазин. Указываем, что и когда купили, какие недостатки есть. Жалобу обязаны рассмотреть, принять меры. На все месяц. По истечении времени можно обратиться в суд. Тогда продавцу грозит штраф.